Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Микрофон у Ольги Близина. Здравствуйте. Кировский областной бюджет направит почти 600 миллионов в районы из-за коронавируса. Это сумма дополнительных дотаций для муниципалитетов. Они потеряли часть доходов в виде налогов и неналоговых доходов. Сейчас власти перечислили 147 миллионов рублей в 32 муниципальных образования. Это уже второй транш. Третья часть будет распределена позже по итогам исполнения местных бюджетов на 1 декабря 2020 года. Программа «Экономика». Бизнес просит власть заняться реальным развитием газозаправочных станций. Об этом говорил вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Леонид Перминов на межрегиональном форуме «Эффективная энергетика и ресурсосбережение». По его словам, газификация и возможность пользоваться газомоторным топливом могла бы дать значительный эффект по многим направлениям бизнеса. Но за 8 лет, что федеральная власть пытается развивать эту тему, построена только одна новая АЗС на природном газе. По словам Перминова, необходимы еще заправки в Кирове, Слободском, на основных трассах в 150-200 километрах от Кирова. Кроме того, вице-президент ВТПП сообщил о недовольстве бизнеса сильно разнящимися для разных предприятий из районов области тарифов на тепло. Перминов предложил правительству и РСТ разработать для ресурсных компаний критерии оценки установления тарифов. Экономика на 101 FM. Кировские предприятия научат бережливости без дополнительных расходов. В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2021 году будет создан региональный центр компетенций. Он будет заниматься внедрением на предприятиях бережливого производства без привлечения инвестиций. Центр сможет разрабатывать и сопровождать мероприятия, направленные на повышение производительности труда. Также при центре хотят создать фабрику процессов, где будут учить принципам и инструментам бережливого производства. Экономика. Завершение в валютах на сегодня. Официальный доллар 76.20, курс евро 91 рубль 20 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.